Глава правительства Серик Ахметов объявил выговор нескольким вице-министрам, допустившим серьезные ошибки в работе и неосвоении бюджетных средств. Жертвами запоздалой реакции на критику президента стали заместитель министра финансов Тингибаев, здравоохранения Такижанов, Минсельхоза Толибаев и регионального развития Нокин. Раскритиковал премьер и Министерство индустрии и новых технологий. От Асета Исекешева потребовали более четкой работы. Каждые полгода мы запускаем проекты. Каждый раз у нас случаи их остановки после торжественных запусков. Министрам, акимам необходимо принять меры по стабильной работе всех проектов, выхода их на мощности. Вообще нужно качество отбираемости проектов, Асет Валентинович. Зачем нам устраивать гонку? Тем временем президент еще в начале октября говорил о проектах-призраках, реализации которых заканчивались, едва открывшись. В Караганде, например, завод по производству самолетов «Фермер», который с большой гордостью в свое время Серик Нигметович показывал, выпустил всего один аэроплан, и то, говорят, не летает, сел на одно крыло. Зачем такая показуха нужна, если оно не работает? Стоит отметить, после выступления президента критика в адрес правительства звучит отовсюду, как от депутатского корпуса, так и экспертов-политологов, и даже в государственных средствах массовой информации. Ара Избаев, Фариза Шамшидин, Бауржан Кажаканов, телеканал Алматы, Астана.